Всем здорово, ребят! Ну что, сегодня у нас, как обычно, трэшачок. Я вам покажу нового питомца, хотя можно было, в принципе, сделать это вчера, но я уже не хотел пилить еще видосы. Что он может, как он из себя выглядит. Думаю, многим без донатов интересно на это посмотреть. Также мы сейчас заберем, кстати, вот давайте сейчас позабираем халявные плюхи за мою силушку. Посмотрю, чем меня HG порадовало сегодня. Так, смотрим. Неплохо. Не знаю, какая там эмблема. Сейчас посмотрим. У меня вроде не было. Так. Тоже такие неплохие паки. Даже за такую силу. На халяву. Почему бы и нет? 36, 54. Надо будет это все на бездонате забрать. Так, 120к, нифига себе. Отлично. $450, $800. Ну, как-никак, хорошие плюшки. Следующий титул у нас 2 200 000. Так, а следующие подарки аж на 3-4. Не знаю, будем ли мы играть к тому времени в эту игру, но они, конечно, оптимисты. Так, позабирал я еще плюхи. Поприходили плюшки двойные. Так, окей. Так, здесь мы зафармили по максимуму, нам уже здесь даже фармить не надо. Коллекционер тоже сегодня неплохой, дискаунт. Поехали, дискаунт еще позабираю. Монетки. Карточки надо будет на Мишаню наролить нам хороших тем каких-то. Так, что у нас тут с десятых? Ну, суперсилы можно здесь купить в этой акции. На халяву. Так. Хитомов у нас дофигища. Зефир. Вальс. Вот она, суперсила. Я ее даже за 8 заберу. У меня там подкопилось немножко суперсил. Так, блин. Не дадут забрать. Одна заберем пока это. Потом, может, где-то еще монетки надебаем. Такс. Окей. Поехали посмотрим, что там у нас по плюхам. Интересного есть пооткрывать. Добавили разработчики интересного. Так, это у нас питомцы. Завтра у нас будет. Кстати, завтра, вот смотрите, вообще отлично. Атака фортов. Будем завтра с вами воевать. Посмотрим. Может, там что-то поменялось интересного. Так, забрали. Фобос. Блин, вот реально хорошие плюхи. Так, третьи. Вот, восьмые. Неплохо выживание. Так, что у нас еще? Сумки. Это все мне не надо открывать. Лабиринт наш прошлый. Чуть больше ничего такого веселого, интересного нет. Книги, какашки. В общем, поехали. Еще заберем паки накопления. Так, еще даже не все забрал. Но тут... А, вот у нас дополнительно монетки есть. Вообще отлично. Отличненько, сейчас подокачиваю нужных мне героев. И что там у нас большой? Четыре. Так, а что у нас по плюхам интересного есть? 50 бессмысленный.
Так, этих 44. Сейчас мы получим супер пэта. Давайте прокачаем скины. И там у меня есть. Видите, можно еще много скинов докачать. Так, здесь надо один нам набрать. И все. Размечтался. Что-то последнее время лень даже качать эту силу. Надо будет, кстати, попробовать прокачать. Так, 500. Инваш, ну, она и так открывается. В принципе, бессмысленно ее забирать. Печеньки. Печеньки и скин на этого. Уже, в принципе, забрать это. Такс. Я подумаю, что забрать. А, добрать плюхи. Так, однозначно добираем. Вот, психощит уже 6000 стоит, то есть можно на халяву забрать еще один. Так, где веселые все плюхи? Что-то нету ничего интересного. Ну, Мэри мне здесь не надо, по сути. Такое, знаете. Если я гляну, что там в аккумулейшене есть. 10500. А, зеленых эссенций у нас сегодня нету. Печально. Заберем тогда с ней уже, докачаем ее до конца. Так, отлично. Докачиваем скин. Надо будет еще эти подокачивать. Все, она у нас на максималочке. Поехали, заберем Emulation Pack. Плюхи неплохие дают сегодня. Playmall. Такс, и поехали с вами. Попробуем половить и сделать супер питомца, попрокачивать. 35-й максимально, и сейчас попробуем еще супермутанта словить. Сколько у меня тут? 1276. Ну, печеньки, я говорил, они будут дешевле. Мы словили вчера такого, попробуем сейчас с вами словить мутанта и посмотрим на него уже в действии. Так, нет у нас таких. Ну, у меня тут куча есть обычных питомцев, которые, по сути, можно тратить. 58. Так, есть, словили мы мутанта. Будем его прокачивать. Посмотрим на него в действии. По идее, он довольно-таки неплохой должен быть для по локации. Посмотрим, что он нам скажет. Наловили. Так, что у нас? Кто у нас прокачан уже? Вот он. Делаем ему апгрейды. До 15-го левела. Можно немножко даже скилл поднять. Вчера была лень этим заниматься. Такс. Что его скилл дает?
А когда героя атакует, Крок наносит дамаг вражескому герою неплохо так. С наименьшим жизнью. Также понижает энергию. О, точнее восстановление на 55%. Неплохо. Цель теряет 1% КП каждых 2 секунды. Неплохо. А и крит рейт. Посмотрим, что он действительно может. Может это прям супер мега имба будет. О, нифига себе у него статки. Такс, давайте еще добьем книжечек немножко. Так, это у нас скины. Нам надо книг. Дофигища надо книг. Ну. Плохо, нельзя самому выбирать, сколько тебе надо книг. Так, следующий аж на 18-м. Может, и у этих поапать пока. Может, на этого мелкого тоже апнуть до левела 10-го хотя бы. Давайте до 13-го. Печеньки у нас. А, уже печеньки заканчиваются. Халява закончилась, ребят. Так, 6-й. Все. Нету печенек. Но так вот быстро они уходят. На самом деле, то, о чем я говорил, это самая проблемная вещь. Но мы сейчас их сможем тоже свободно наделать. Это не есть проблема. Сейчас заодно и потратим всех наших питомцев лишних. А потом в следующей обнове они нам введут новых питомцев. Так, отлично. Поехали, посмотрим, что мы можем еще сделать. Так, Крок у нас еще есть. Скилл мы подняли. До 13-го я сейчас докачаю всех. У нас по печенькам 371. Вот опять, видите, опять уперлись в эти долбанные книги. Как меня и не парят. Что нельзя сделать по-нормальному? Можно сделать максимум 46 тысяч, но мне столько не надо. Но мне смогут бегать в локации. Так, смотрим, что тут у нас по героях. Тут 6-й. Поднимаем тут 6-го. 6-й. Тут надо левел подкачать. Чинек уже не хватает. Вот так вот, ребята, и живем. 6-й, 5-й. Так, 13-й. Все, не хватает опять печенек. Окей, с этим разобрались, поехали с вами посмотрим,
на суперпата в действии. Ставлю его на зефира. Так, зефирка. Вот он. Так, когда герой атакует, 1400 атаки, нехило, так, ретритус хил на 60, понижение. Поехали, посмотрим, интересно. Вот так вот он выглядит в реале. Посмотрите, у крокодил, у него две такие ручки, как крокодил. Блин, ну не знаю, анимашка, конечно, прикольная. Поехали. Посмотрим на это все в действии. Вот такая вот зона у него. Интересно, интересно. Вот он зелененькое такое что-то там наносит на этих. Вот понижает. Блин, ну прикольно смотрится. Надо будет его еще прокачать. То есть вот видно, как он понижает энергию. Он должен дополнительно дамаг, но тут у нас Фрея. Ничего так не увидим. То есть у меня на этом недомогания нет. Это именно от него идет. Так. Ну, не знаю, интересно. Это, конечно, будет еще этого суперпата нормально подкачать. Созвездие сделать ему. Тут можно играться очень долго. Хит резист. И то, что он дает герою ХП. Плюс 68 тысяч, либо уклонение. Но я обычно их ролю на уклоны. Так как уклонение вообще на сегодня самое топовое. От этих питомцев именно. Но в некоторых случаях нужна и точность. То есть тут нифига себе. Я закрыл. Атаку мы забрали. Видите, атака максимальная. Сотая идет. Ну а тут уже как повезет, дальше эти все рандомно идут. Тут сложно словить, конечно, соты. Такс. Блин, что за фигня? Видите, уклона маловато они. Ну, так дает, но в основном это плюс 6000, если брать других. Здесь, видите, точность показатель. Вот 6000 уклонению. Вот так вот. То есть он по атаке смотрите, у этого 400 на 35-м. У этого 4. А этот еще качается, но жизни тоже прибавка 123 тысячи. Причем не максималка еще. Вот есть уклонение у нас. Нифига себе сколько. Ретрезист, сотка. В общем, мутантик реально классный этот. В принципе, они все классные, если так разобраться, только их прокачка не очень классная. Точности, вот точности, кстати, наролили одну точность на нем, и вам ее хватит с головой против вражеских уклонений. Ну, в общем, с этим будем разбираться дальше. Вот такой вот супер питомец, не знаю, мне он, честно говоря, нравится, и прорисовка интересная, и сам пэт довольно-таки интересный. Посмотрим, что он будет давать на максимальной прокачке нам, но так, в принципе, неплохо. Вот он накидывает сразу же, смотрите,
и плюс еще там дамажит. Ну, понятно, что против Зефира там и там Фрейя. Остальных он не будет сильно дамажить, потому что там ограничения стоят. Но он бьет вроде, насколько я посмотрю, вот на этого накинул. Он именно на героя с меньшей жизнью. То есть он для PvP локации реально будет очень хорош. Это однозначно плюс. Нехило так, нехило он будет пробивать на максималке. Ну, посмотрите, это он, походу, так дамажит этого ворожея. Этот 140-200 выбивает. А этот реально нормально дамаг наносит. Ну, давайте где-то на подземке сходим, посмотрим, проверим там. Вот видите, зональный урон от него идет. А, 1% теряет, вот так вот. Блин, да круто. Реально круто. Посмотрите, как процентуально теряют. То есть 1% умножьте на 100. Добавьте еще нолики. То есть это сколько жизни. Круто. Реально очень крутой питомец. Хоть у нас Зефир и стоит и не дамажит, зато Суперпад разбирает здание. Ненормальная такая зона, я вам скажу. Блин, реально хорош. То есть он наносит процентуальный урон, вне зависимости от того, герой бьет или нет. Процентуалка все равно наносится. Это реально интересно. Для PvP локации это очень будет хорошо. Плюс еще и накидывает неплохое недомогание по локациях, это реально будет плюс. В общем, такой вот, ребятушки, питомец. У нас уже вапка пропал фокус. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.